Всем привет! В данном видео я хотел бы опубликовать часть нашей дискуссии в клубе на тему того, как вообще появился на свет проект IT Skills, какие трудности были на пути его создания, и как я решил добиться чего-то большего, чем просто работать на заводе. Ага, говори, Ванёк, что хотел сказать. Я что-то сейчас твой монолог немножко послушал, и у меня это вспомнилась история, что я на твой канал попал, по-моему, когда было, по-моему, 1500 подписчиков. Если мне память не изменяет. Вот, я, собственно, тогда подписался, если ты помнишь, когда мы там с тобой уже лично познакомились, я охренел, когда услышал твое имя и фамилию. А у меня вопрос такой, у тебя есть какая-то заготовленная история, как у тебя канал развивался? Да, наверное, ну, заготовленный нет, ну, если хотите, могу рассказать. Ну, ладно, а что тебе интересно, как развивался, как вообще развивалась онлайн-школа у меня, с чего я начинал и как все это проходило? Ну, можно начать со фразы «сижу я такой, блин, 2011 год, осознанка, я канал». Или, может быть, даже не так, а… У меня есть Google аккаунт, в котором есть кнопка «Мои видео», короче, что-то оно пустая. Вообще, это интересная история, действительно, про… Наверное, это история про то, как все тебе говорили, что у тебя ни хрена не получится, и нахрен ты это делаешь. А ты почему-то, блин, идешь и все равно делаешь. Короче, началось… Как раз вот, опять же, с этой же истории, к чему мы пришли, да, что Денис говорит, до сих пор я звоню там людям, с кем мы начинали в техподдержке, эти люди до сих пор там и работают, так же, как и я начал работать на заводе, но у меня, отработав какое-то время на заводе, я устроился в этот, учился в институте, опять же, на АИС, автоматизированные информационные системы, но это вот больше относилось к заводу. К тому, как едет рельса, в какой момент эту рельсу отрубят, чтобы из маленьких… Короче, у нас была какая-то, я помню, задача, мы про эти рельсы, про какой-то конвейер, типа, как автоматизировать. Я сижу и думаю, ну нахрена мне это, я не собираюсь работать на заводе, чтобы автоматизировать какие-то конвейеры. Хотел перейти в сисадмина, потому что это вот как раз то, что, чем мне больше нравилось. Терпеть, блин. Просто я когда уволился с завода, меня звали на другой завод, и там зарплата была в два раза больше. И когда я им отказал из-за того, что я сказал, что, блин, я не буду одевать, как он, не буду носить каску и робу, потому что меня это просто бесит. И боты летом, там, что у тебя ноги потеют. Если вы согласны на то, что я не, ну, буду ходить в обычной одежде, то ну окей, я буду у вас работать. Не согласны, не буду. Они, нет, у нас типа все по уставу, как это я. Ну, ребята, извините, они на меня тоже посмотрели, как на этого дурачка. И вот. Ну, у меня просто бесило вот это работяга, блин, какая-то вот такая. Вот, ну и параллельно. Кстати, Паша тоже, наверное, в такой же момент где-то, ну вот мы с Павлом как-то общались, что появился вот этот товарищ Евгений Попов, который про инфобиз рассказывал, про вот как создавать видеоуроки. У него же я вот проходил курс по MySQL плюс PHP, и вообще первый свой сайт я сделал собственноручно, так скажем, где была админка сделанная, ну в смысле я кодил админку. Короче, полностью, грубо говоря, свой движок был, который писал чисто на PHP и SQL. Потом перешел уже на WordPress, поняв, что… Ну, WordPress и Joomla, поняв, что блин, там это можно сделать же намного проще, намного разных там этих вариантов. Но в любом случае, первый опыт вот такой был. Ну, вот параллельно как-то, когда смотрел… Типа инфобиз можно продавать там людям знания. И я что-то как-то сидел и подумал, а что я могу дать людям? И такой, о,
А помнишь, Антон, ту историю, когда ты только начинал, когда тебе вообще никто не мог ни в чем подсказать, ты столько набил там шишек? Со всякими сетями, сколько раз там убивал сервак. Спасибо Акронису, что на тот момент он уже появился и можно было восстанавливать обратно работу. Ну, куча-куча всего. И подумал, блин, а вот этим я могу поделиться с людьми. И так, собственно, начал, записал свой курс. Потом потихоньку вообще начиналось, опять же, когда я вот YouTube-канал сделал. Я выкладывал свои видео у себя на сайт, но так как я выкладывал, эти файлы занимали там MP4, они пространство занимали у меня на хостинге. В какой-то момент, блин, что-то их стало дофига. Я такой думаю, надо найти какой-то вариант, чтобы не хранить их у себя. И вот как раз в этот момент начал набирать обороты YouTube. Ну, прям не в этот, может быть, ну вот начал его вот этот, его развитие такое бурное. Я хлоп туда закинул, и у меня первая мысль-то была закидывать туда видео чисто для того, чтобы у себя на хостинге его не хранить, чтобы файлы места не занимали. А потом как-то захожу, оп, что-то здесь кто-то посмотрел, здесь кто-то посмотрел. И вижу, что оп, а там что-то этот просмотр, что-то подписчики какие-то, что это такое. Ну и начал вникать, что сам по себе YouTube хорошо начинает твои видео раскидывать там на выдаче, что в принципе, ну, то ли мне нужно каким-то через SEO к себе на сайт загонять людей, как-то там оптимизировать, а тут сам YouTube удает. Ну, в общем, так началась вот эта история вообще с развития YouTube. Изначально он для меня был просто площадкой, на которой хранить видео, чтобы не хранить их на хостинге. А потом пошло-поехало, и все. Какие-то начинались, допустим, темы видосов. Ну, вообще все шло с того, что возникла у меня какая-то задача на работе. О, я там ее себе записал как заметку. Потом думаю, ну а почему бы из этой заметки не сделать видео? Оп, сделал видео, выложил на тот же YouTube. Вот, начиналось все опять же как запись своих же заметок, чтобы потом не протупить. Через год, что забыла, как я это делал. Потом просто посмотрел свои заметки и по этим заметкам уже создавал видеоурок. А по поводу вот этой истории, что когда я только начинал типа инфобизом заниматься и типа записывать видеокурс и людям продавать, мне также все, ну, так скажем, люди, в принципе, разделились на два лагеря. Одни люди, которые просто не понимали, что это такое, что я собираюсь делать. А вторые люди, которые говорили вот так вот, ну, типа, что, через интернет покупать какой-то курс, там, я помню, он стоил 2500. За 2500, типа, ты думаешь, что-то у тебя что-то покупать будет? Ну и очень много, да практически никто вообще не верил, что у меня что-то получится. Кроме одного чувака, это Игорь Фирсов, который сейчас мой, так скажем, дизайнер штатный, что ли. Ну, короче, помогает с дизайном. Но он сказал, что, блин, ну, интересно, попробуй, что интересно получится. Хотя все остальные говорили, что что за дичь вообще. Ну, в итоге, блин, не прошло и 10 лет, как и курс коса появился, и, ну, действительно, очень хорошие результаты уже начали появляться у людей. Но путь очень длинный. Мне пришлось пройти, опять же, почему, я считаю, мне пришлось пройти длинный путь? Потому что я все делал на бесплатных статьях, уроках или чего-то. У меня все стартануло нормально только после того, когда я сам начал платить за обучение. Это опять вот к тому же, что мне некоторые люди пишут, ну типа, а, не, на курс записываться не хочу, пока сам. Я, ну окей. Я знаю, что вот я пока сам, я 10 лет пока самил, грубо говоря. Хотя мог, я думаю, ну как минимум сделать это в два раза быстрее. Лет там за 5. Как-то так. Какой бы я хотел сделать вывод по поводу всего вышесказанного? Если у вас есть желание и стремление двигаться в направлении, которое вам интересно, то делайте это и никого не слушайте. А если у вас не получается, то, как сказал Конфуций,
Когда тебе кажется, что цель недостижима, не меняй цель, меняй план действий.